Большая честь танцевать солистом Большого театра. Это было для меня, конечно, событие. И Михаил Лабухин, ну, как партнер прекрасный, мне было очень удобно, и работать с ним было очень удобно и комфортно. Вот. Но это мастер, поэтому он прочувствовал образ до мелочей, до тонкостей. Этот образ был им прочувствован. Все красавицы, они, конечно, очень ярко выражены. Каждый образ, каждый персонаж, он настолько ярок, что и музыка, и постановка зажигают внутри огонек, и хочется танцевать, исполнять каждую партию. Но, конечно, мне ближе всего моя партия.